Казахстанцев с праздником сегодня поздравляют официальные лица из разных стран, отмечая, что Конституция нашей страны – пример продуманного и максимально взвешенного закона, который прежде всего выражает интересы граждан. Сравнить государство с деревом, то Конституция – это его корни. Без крепких корней никакое дерево не выживет. И тот факт, что всенародно принятая Конституция в 1995 году на сегодняшний день позволяет Казахстану расти, развиваться, улучшать благосостояние своих жителей, говорит о том, что это дерево здорово, это дерево развивается и превращается в тысячелетнее достояние, ну скажем, всего человечества, наверное, всего мира. Из всех конституций, которые приняты в государствах, образовавшихся на постсоветском пространстве, наиболее полное, развернутое положение, касающееся общественных объединений граждан, содержится в вашей Конституции. Закрепленные основные положения не только внутренней политики, но и внешней, они осуществляются с блеском. Я поздравляю всех казахстанцев вот с этим действительно великим торжеством.